У нас на улице так хорошо, но немножко все равно прохладно. Попозже парники закрыла, потому что ветер холодный. Детки играют. Марина, ты что, большую куклу достала, Мариша? Ванечка лицо себе, да, Ванечка поранил. Вчера упал и на щеке себе рану сделал. А ты что такой грязный? Ну, а вы что книжку достали английского? Я не разрешала на улицу ее брать. Куклу достали. Ух, это Оксанка. Куклу достали. А муж там дрова уже второй день колет, а потом сын складывает. Вчера вот эту вот уже, видите, складывал он. Уже вот половину дровяника. Вот эту вот дрова все тут складывали. Половина дровяника уже почти готова. А там муж у меня еще делает. Я сейчас хочу белье поскладывать. Ты дрова колешь? Там вот он у нас дрова колет и пилит. Че, хорошие бревна попадаются? А, я вчера муж отпиливал дрова. Ты расколол то, где дятел продолбил? Не, не расколол, да? И вот это же, да, вроде? Он оставил его показать. Смотрите, какой дятел дупло сделал. Там глубоко так, слушайте. Прям вообще глубоко. Ну, там не видно будет. Но это дятел сделал. А дети у нас тут елочку украшают якобы такую. И папа дрова колет. Ой, еще дофига дров заготавливать. Дофига еще. Но попадаются и плохие, да? Попадаются гнилые. Да, на дрова-то пойдет. А гнилые может отдельно тогда сразу слаживать, чтобы их сейчас топить. В баню, да что? Ну, а эти вот на зиму. Ну, тут дров-то хорошо. Много. Заготавливать только на... Папа рубит, пилит, а сын потом складывает. Чтоб не мешаться тут друг другу. Мамка сидит все своего этого Майкла Джексона слушает. Там некоторые песни... Ой, я, блин, флешку, говорит, забыла взять. Я надо было на флешку загрузить. Я, говорит, специально же поехала, чтоб мне загрузили, а в оконцовке флешку опять дома забыла. Надо ей уже взять, купить флешку, сделать ей, чтобы она опять это, все песни... Потому что она сейчас там слушает и услышала какую-то песню, говорит, о, у меня этой, говорит, нету песни. Так что надо ей сделать. Ой, ветки, ветки, ветки. А ты что, Влад? А, это натянут просто столб. Хорошо на улице, но ветер, да, сильный? Ты парник закрыл или он сам закрылся? Все понятно. Можно, можно, можно. Это старые прописи, можно в них рисовать. Ладно, играйте. Я сейчас пойду мне на белье собрать. Ванечка на самокате научился, да, кататься? Ванечка, покажи свою айку. Ой, такую вот тирану айку сделал на личке. Упал, да, Ванечка? Ну, ничего страшного, заживет айка. Да, больше не бегай, так аккуратно надо бегать. Белье надо идти собирать, носочки и новое белье. У меня там как раз постиралось развешивать. Эх. Так что вот так вот курочки наши сидят. Вот. Ягодки, смотрите, ребята, появились ягодки. Хоть немножко будет. Там курочки наши, сейчас я вам покажу их. Вон сидят. И да, кстати, муж мне кран сделал. Вчера вот я поливалась немного. Сейчас покажу, как он мне кран сделал. Он просто у нас была старая, этот, ну, как лейка на шланг надевается. Ну, вот что-то вот наподобие вот этой вот старой было. Ну, немножко другая, конечно, была. Мы отдельно ее покупали. Видите, вот он сделал меня. Теперь этот подсоединяется спокойно сюда, и я поливаюсь. Теперь хорошо. Ящик что-то кто-то опять бросил. Ой, господи, картошка еще не проклевывается. Многие спрашивали, как я определяю, где какая сортовая картошка. Помните, я на развес покупала? У меня вот получается раз ряд, два ряд, три ряд и четыре ряда. Кстати, вот даже проклевывается уже. Четыре ряда сортовой картошки я покупала. Я как раз покупала, высчитывала примерно, сколько мы здесь будем делать. И вот эти. И в телефон просто записала, где какой ряд картошки посажено. И потом, когда будем копать, мы также ее отдельно все оставим на рассаду на следующий год. Посмотрим.
что будет. Ну, вот так вот. Раз, два, три, четыре ряда. Вот так вот. А остальная уже другая картошка. Так что вот такие вот дела. Ладно, пошла я дальше монтировать видео. Дети наелись окрошки, бегают, прыгают, скачут. Зелень у меня хорошо проклевывается. Петрушка хорошо проклевывается. Вот она, эти вот рядочки. Вот петрушка тут. Укроп, по-моему, вот это, да, это укроп проклевывается. Салаты 4. Раз, два, три, четыре, пять видов салата. Вот как раз. Здесь, здесь, здесь у меня свеколочка. Вот она, ну еще надо полоть ее. Но пока не полю, хочу подождать, пока свеколка получше подрастет, потому что иногда не видно. Так вот, которую вижу, что это трава, то вот, если подхожу, то выдергиваю. Ведерко с собой нету, чтобы кидать. Капусточка. Тут кабачки у меня. Вот здесь вот что-то не взошло. Вот. Где-то хорошо взошло. И даже картошку, видите, взошла. Тут у меня тоже кабачки. Некоторых по два вот такие вот. То, что маленькие. Здесь капуста. Плюс бобы. Дочь еще подсаживала по бокам. Тоже капусточка. Здесь я посадила, ребята, эту грядку у меня чисто укропом. И вот он всходит. Видите, вот он, травка. Здесь у меня кабачки, но еще не проклюнулись. Тут я потому что чисто семенами садила. Многие подписчики мне писали, что Настя, посади, проклюнется все равно. Вот посадила, жду. Здесь у меня горох, бобы. Там в конце то ли арбуз, то ли дыня приросла. Не знаю, что будет, то будет. Вот два штучки. Видите? Два. И вот здесь вот какой-то один хиленький тоже прижился. Остальные все погибли. А последняя грядка дочь горох садила. Так что вот что-то потихоньку ждем. Ну, еще только начало июня. Поэтому будем надеяться. Ну, вот некоторые капусты, видите, хорошо растет, а некоторые прям плакать хочется. Ну, будем надеяться, что что-то вырастет. Будем надеяться, что вырастет, ребят. Дай бог. Так что вот так вот. Детки, кто играет, кто что делает, все бегают, скачут. Очень хорошо им. Ладно, я пошла дальше заниматься бельем и монтировать. На влог смонтировать, который вы уже, наверное, увидели. Короче, дел много, а рук не хватает. Потихоньку-потихоньку делаем. Дорогие друзья, Маша распаковала. Что ты распаковала? Скакалку. Скакалку. Давай покажем, какая она красивая. Которую нам присылали. Вот такая вот. И давай показывай. Ванечка, отойди. Маша будет скакать. Ой, молодец. Она немножко легкая, ребят, то, что она веревочная. Ваня тут смеется, стоит. Ваня ржет. Я развесила белье. Здесь те веревки свободные. Сейчас как раз постельное стираю. Ваня научился на самокате, да, Ваня, кататься? Нет. Не, у тебя нету сопелек. У меня, говорит, сопли. Ой, у самой аж нож зачесался. А это чудо с ума сходит. А помпоны повесь на это, на диванчик. И знаешь, как красиво они, когда вот так диван качается, как красиво помпоны светятся. Катя. Ну, вообще, как-нибудь повесить помпоны. Катя с ума сходит. Катя не знает, чем заняться, да, Катя? У Кати просто сломался телефон. И Катя вообще у нас без телефона осталась, да, Катюха? Она ворует телефон. То Оксана возьмет, поиграет. Оксана пароль, ну, поставила. И Маша пароль поставила, чтобы Катя не лазила у них в телефон. У нас, получается, Катя и Света без телефонов остались. Папа ей что вернул? Да. Света вообще-то наказана была. Да что ты говоришь? А? Да никто ничего, и там, если бы учитель захотел, она бы мне написала. Учитель прекрасно знает, что Света наказана на телефон. Ладно, дорогие друзья, у нас уже вечер, скоро будем спать. Время 9:00. И будем спать. Да, Ваня катается?
На самокате покажи, как ты катаешься. Давай едь вперед туда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Молодец. Кто? Помпон, а мне другое послышал. Ваня, 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 не подходи близко. Девочки, не раскачивайтесь так. Вы не видите, как Ваня подходит. Я стукнется. Ладно, пошла я домой. Всем, девочки, говорите всем пока-пока. Пока. Пока-пока.